В Алтайском крае без электричества остались сразу 24 населенных пункта, где проживает несколько тысяч человек. Всему виной снег с дождем и сильный порывистый ветер местами до 20 метров в секунду. Аварийные бригады сейчас пытаются ликвидировать неполадки на линиях электропередачи, но в такую погоду это сделать непросто. В регионе действует штормовое предупреждение. Похожая ситуация и в Красноярском крае. Работы велись всю ночь. Без света оставались около 1000 человек. Вот как стало известно, все неисправности в энергосетях устранены.